Что ты не знаешь? Чем мы тянем? Чем мы тянем? Я не знаю, чем мы тянем. Чего мы тянем? Ну, может, поженимся и точка? Такое, что меня в тюрьму посадили? За многоженство? Да ну нет, да после того, как ты разведешься, конечно. Фу. Не волнуйся, я не собираюсь сидеть в хороше, господин адвокат. Минуточку. Действительный член Нью-Йоркской коллегии адвокатов. Да. Так, чем же, мадам, вы собираетесь заниматься? Мадам собирается заниматься стенографикой. Стенографикой? Да. Что ж, наука такая стенография? Очень простая такая наука, не смейтесь, пожалуйста. Не смейтесь, потому что когда Бен ходит в свою контору, юридическую, вот тут я вам прикажу, господин адвокат, вместо какой-нибудь дурой секретарши, потому что мне денег платить не надо. А когда я выручу достаточно средств за свой чердак, мы с тобой переедем жить на твою квартиру. Знаешь, я всегда мечтала о квартире. Нет, доме. Знаешь, с чем? Со мной? Нет. С Лисом. Прекрасный выбор, милая. По-моему, тоже. Не пожалею об этом, только так и не забыть. Джерри, я не могу найти эти твои. А я не встречу жесткий минуту, я их сжег. Радио. Сейчас вспомню, когда ты первый раз притащил его ко мне. Сколько счастливых тараканьих семей вывело здесь свое потомство. Прекрасно, прекрасные счастливые пары. Жалко, если он окончит свои дни где-нибудь в чулане. Ну почему в чулане? Ты что? Мы возьмем его с собой? А ты что? Конечно. Этот рассадник. Да. Этот Ноев ковчег. Да. Бабуй! Хорошо, берем. Мне нужно было жить с этим еще какое-то время. Подождать, пока пройдет. Ты не хотел, чтобы я знала? А почему? На эту бумажку. Что существующий брак не расторгнут. И признан недействительным. Ну, раз я когда-нибудь перестану чувствовать свою правую руку, если не готов потерять. Ты знаешь, что такое никогда? Это значит, все кончено навсегда, на всю жизнь. Ай, какой же ты подлец, Джерри. Почему же ты мне ничего не сказал? Я не мог. Ты не мог. Зато ей ты обо мне все рассказал. Даже то, что вы с ней развелись, это ваша с ней тайна. Слушай, где моя сумка, а? Где моя сумка? Даже если ты на ней шепчешься, она об этом узнает, а я нет. Не стой мне на пути! Не стой! Она зовет меня домой.